Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу про белье. Это белье нам предоставляет фирма, которая помогает мне уже 20 лет в моей работе. Это Clavermed. Белье Shape Skin. Вторая кожа или первая кожа, или даже лучше, чем кожа. Две модели белья, которые, в принципе, мы используем в работе наиболее часто. Это бюстгальтер, это боди. Боди, абдоминальная пластика, липосакция. То есть вот эти операции, они достаточно частые, белье мы используем часто. А чем мне оно привлекательно? В принципе, мне эти модели вообще нравятся, когда они построены вот таким образом. Первый момент. У этой линейки Shape Skin очень хорошая эластичность. Несколько слов о боди. Данное компрессионное белье очень удобно использовать при абдоминальной пластике, при липосакции. Оно из того же материала, то есть это фирма Shape Skin. Компрессия 18-22 мм ртутного столба. Это первая степень компрессии. Опять же, вот эта вот эластичность создает хорошее напряжение. И при этом, когда идет нарастание отека, компрессия не становится избыточной, и проблем с нарушением питания, оно, скажем, нас минет. Да? То есть мы не заработаем себе какой-то проблемой из-за того, что белье очень плотное, жесткое, неэластичное, и когда нарастает отек, появляется избыточное давление, избыточная компрессия, нарушение кровоснабжения, и как вариант могут возникать некрозы как при операции на груди, так и при операции на животе. Эта линеечка мне нравится. Здесь одна зона доступа, крючочки, застегивается молнией. Есть модели, у которых две зоны доступа, с несколькими там 2-3 ряда крючочков, но создается элементы немножко неудобные для работы, потому что это две как бы непонятные зоны фиксации, вот, которые немножко при наклонении тела влияют на какие-то вот изгибы в белье жесткие, которые будут вдавливаться. Поэтому вот зона одна доступа защиты под молнией мне больше нравится, потому что вот эта зона становится ровненькой. С одной стороны, как бы вот это удобство при смене белья, при перевязках, при ношении ежедневном. То есть оно мне нравится больше. Желательно до операции померить, посмотреть, быть уверенным, что это белье нам подходит, его реализовывать. То есть это чуть больше тщательности, но в целом это того стоит. Мне нравится то, что есть зоны усиления. То есть дело в том, что когда мы делаем абдоминальную пластику или липосакцию, человек у нас не просто стоит или лежит, он еще там наклоняется, сидит, соответственно, ткани перераспределяются. И хотелось бы, чтобы при изменении положения тела белье играло бы, да, то есть тоже сокращалось. Мы сели, вот это вот расстояние уменьшилось, и белье тоже с ним сократилось. Эта идея здесь заложена, и она работает. Вот. В этом плане как бы Shape Skin в какой-то степени не зря так называется, она вот в этом моменте реализует свое название. Я очень рад, что Clavermed предлагает лучшие решения для меня и моих пациентов.